Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Живем мы в станице Геогинская, это в Адыгее, недалеко от Краснодара. Вот и у нас наступила золотая осень. Осень сегодня 4 декабря. Вот хочу вам показать, как у нас, какая погода у нас сегодня. Прям замечательная. Наверное, градусов 15 будет днем. Тихо-тихо. На речке вон уточки все спокойно сидят, отдыхают. Вот моя вейгела окрасилась в желтый цвет наконец-то. Такая красивая. Барбарисы еще показывают свою красоту. Лагенстремия уже все, листики у нее упали. Надо ее подстригать. Может быть, сегодня я ее подстригу. Обычно вот прирост идет. И вот 2/3 этого прироста надо подстригать на зиму. Обязательно. Потому что она растет, цветет на приростах текущего года. Вот на следующий год от нее, что я обрежу, вырастут такие веточки хорошие, и на них уже она зацветет своими пышными соцветиями красивыми. Вчера я убрала все очистки, срезала. Они уже там свои розочки показывают. Такие красивые розочки. Сейчас покажу вам. Вот они. Но у нас еще некоторые даже растения, вот вероника зацвела, потому что теплые дни стоят. Вот такие синие красивые цветочки. Ей бы пора бы уже ее, конечно, срезать, но цветет. Здесь прохожу мимо, смотрю, брунера. Должна уже листики у нее должны спрятаться, уже уйти в зиму. Вот она еще вот перепутала зиму с весной. Посмотрите, выпустила свои цветы, как незабудки. Такие красивые, миленькие, голубенькие. Вот. Так что давайте, растения, входите в спячку. На следующей неделе уже более прохладно будет. Где-то ночью около 0 градусов. Зебрина высокая, такая вот свои колосья распустила. Даже еще шелковица вот наша так большая, крупная шелковица еще не сбросила листья. Хризантемки уже все уже отцветает, осталось совсем немножко здесь цветочков. Гортензия уже листья сбросила. Вот барбарисы вам все время показываете, барбарисы, они, видите, какие красивые. Вот тоже уже вот там начали потихонечку облетать некоторые, но еще даже не совсем. Этот еще больше раскрасился, теперь он уже какой-то оранжевый, красный, зеленый, всеми цветами раскрашивается. Красавец. Мурка, Мурка, ты куда? Мурка, не надо туда тебе, не надо. Вот. Вот эта лагенстремия уже тоже листики не засыхают быстрее бы, а то я все переживала, что она будет морозы и будут у нее листья. Еще она не совсем заснула. Буду ее немножко накрывать. Вот сейчас я листики вот так вот сделаю. О, пусть быстрее сбрасывает шишечки эти. Потом я ее подстригу. Капусте, по-моему, ничего не делается. Как она продолжает свисти. Вот уже хосты практически все я убрала. Здесь же много у меня хост было. Вот осталось только вот это посередке хоста большая. И там вот одна хоста. И все.
Вчера Валера срезал наши банановые пальмы. Вот. Столько много было листвы. Сейчас вот похолодает, потом уже пониже срежет, оставит сантиметров 30. Вот эти вот столбы спилит. Но мы их, вот эту листву, мы, которая сухая листва, мы не выбрасываем. Мы вот здесь вот заготовили такие в мешке. Я сегодня еще подкупила мешки. Закончились мешки, и мы их в мешки, вот эту листву, складываем. И не только от бананов, но и вообще сухую, вот, которая сухая листва от деревьев. Вот. И будем утеплять. Также на Логенстриме утеплю этими мешками с листвой сухой. И в основном будем утеплять корни инжира. Где-то так в том году я спарка листву приносила и утепляла. Примерно на инжир 4 мешка вот так уходит. Сверху просто ставила вот сюда, ближе к корням. И нормально перезимовала. Вот уже кизил листву сбрасывает наконец-то. У него такая хорошая листва. Я его всегда собираю и в мешки складываю. На петрушке хоть бы что зеленеет. Наверное, в снег такая уходит она у нас обычно. Лучок уже все, немножко так вот поник. Ну, тоже можно что-то выбрать на зелень. Инжир свои листья сбросил. Здесь еще много, конечно, инжирят не созревших. Ну, достаточно. Нам хватило нынче инжира. Вон клубника зреет. Клубничка зреет. Вот. Такая крупная. Даже не верится, что уже начало декабря. Вот кто хочет переехать на юг, вот вам показываю нашу погоду. Замечательно. Тепло. Даже если дожди, такой грязи особо нет. У нас в поселке, в станице везде асфальт или грунтовые дороги. И прям чисто. Да и за лето земля высыхает, конечно. И когда идут дожди, все это впитывается. Вон уже чесночок какой-то взошел один, прям нетерпеливый. Прям нетерпеливый. Но так еще вроде не всходит. Да и не надо ему, чтобы он сейчас зашел. Меньше потом болеть будет. Ой, солнышко, красота. Пойдем малинку проверим. Вон даже голубика еще листья не сбросила. Видите, такие красивые стоят красные листочки. Ой, малинки. Еще малину можно даже покушать. Вон, смотрите, сколько. Давно что-то не подходило тоже сюда. Надо собрать немножко в чашечку. Вкуснятина. В декабре малина это самое то. Покушать. Что-то прям расплодоносилось. Расплодоносилось. Зелененькие еще. Ну, все, наверное, не успеют созреть. Будет холодно, она уже будет кисловатая, невкусная. О, висят прям. Прям висят гроздочкой. Твердая, вот мягкую нашла, мягенькую. Вкусная, если считать, что декабрь. Но замечательно. Вот здесь вот виноград же обрезали, сюда все ветки. Потом зимой можно в январе, когда дожди пройдут, все это сожжем. Здесь я еще вчера даже клубнику полола, потому что травы столько было. Если не прополоть, весной потом здесь сложно, она корни даст, и тяжело ее будет выковыривать из этих зеленых кустиков. Вот нормально. Даже еще какие-то листочки плохие убрала.
Ну, пускай она растет. Она у нас не вымерзает. 25 градусов нет зимой. Соломкой прикрыта. Хорошо ей. Где-то здесь яблоки видела. Надо их сорвать. Это семеринка, молодые яблоки. Яблони молодые. Сейчас я их сорву. Вот они, вот. Они поздние яблоки. Вот, ну, вкусные. Семеринка вообще вкусные яблоки. Страшненькие такие немножко. Ну ничего. Съедим, зато свои. Следующий год должно быть много. Будем надеяться. Вот еще с того банана надо листья собрать и в мешки. Здесь вот Валера сюда их принес. Потом соберу мешки и будем укрывать. Клевер так хорошо разросся. Такая поляночка зеленая. Красота. Пусть он здесь все затягивает. Потом меньше косить. Вот, наслаждаемся мы еще. А там уже Новый год. И, глядишь, уже и весна. Не успеем отдохнуть как следует, и весна. Здесь мне нравится, конечно, осень. Шикарная осень на юге у нас здесь, на Кубани. Прям шикарная. Это ежевика еще не полностью все листики сбросила. То у нас она за лето, Ольга нам... Весной или осенью, я уже забыла, давали нам несколько отростков. И вот видите, как уже за лето выросло, вымахало. Вот даже кустик там за забором уже ягодки давал. Крупная-крупная, сантиметров 5 ежевика, сладкая. Вот здесь вот мы виноград убрали и ежевичку посадили. Вот такая. Потом весной будет сформируем ее. Здесь прям ей место хорошее. И вон там он еще кустик у нас тоже есть. Виноградик уже, виноград весь прибран. Ждет своего весеннего пробуждения. Вот тоже ежевичка. Здесь тоже у меня виноградик весь уже прибранный. А, вон хочу показать, вон колиос у меня выглядывает. Он стоят на окошке, начеренкованные, смотрят на солнышко. О, вам еще, друзья, долго там еще стоять дома. Вот, долго еще. Только, наверное, в конце марта, в начале апреля я их в теплицу буду переносить. А так еще пускай все уже. Им улицу еще не скоро. Они увидят улицу. Что-то на улице какие-то тучки пошли. Ветер поднялся, прохладно стало. Возьму-ка, наверное, сейчас секатор и пойду я обрезать логенстремии. Вот, логенстремии я все обрезала, одна осталась. Вот такая вот. Обрезаем на 2/3 прироста. Вот, здесь она мне немножко была правильно сформирована. Вот примерно отсчитывайте, вот прирост метр. И вот, 60 сантиметров обрезаем. Так, это вот примерно так. Прям вот не жалея. Вот оставляем. Вот так. Вот обрезаем. Обрезаем. Не бойтесь. Вот. Так. Вот так вот. Сколько вот она выросла. Раз, два. Вот третью часть оставляем. Вот эти все тоненькие веточки, вот которые вот вовнутрь идут, их тоже вырезаем. Они не нужны. Вот здесь вот тоже вот эти вот маленькие все, которые, они все равно подмерзнут. Все это вырезается. Так, вот здесь вот еще осталось. Так. Примерно сейчас вот. Раз, два. Ну, так же вот и вырезаем. Вот. И также все тоненькие обрезаем, которые идут вовнутрь, тоже вырезаем.
такая вот у меня получилась. Такой вот кустик получился в Одинстремени. Вот, сейчас пока не буду укрывать. Я просто мешками с листвой так прикрою, которые уже большие. И то, когда, знаете, будет, да, когда передадут минусовую, там минус 5 температура. Вот. Ну, а эти, ну, большие, большие, практически не опасно их оставлять. Ну, все равно я буду прикрывать. А когда будет опять температура нулевая, как я в том году делала, я убирала эти мешки. Ну, а если уже вдруг передадут там минус 10, больше, тогда буду более серьезно укрывать эти кустики. Вот у меня еще два молоденьких кустика в Одинстремени. Есть теплички. Но они, видите, еще даже не сбросили листики. Я вот с ними ни разу еще дела не имела. Ну вот я думаю, сейчас еще немножко постоят здесь. Я их даже не садила в землю, не закапывала. Я их просто, листики сбросят, я их отнесу в подвал. Пусть они там стоят. Это уже наверняка. Потому что он что такой тоненький? Что он, как он может зиму пережить? Даже минус 5, по-моему, может подмерзнуть. Отнесу в подвал, поставлю там. И все. Подрежу тоже немножко. И все. И пусть они у меня стоят. А весной вынесу их опять. Или будет зимой тепло, тоже вынесу. Посмотрим, как перезимует. Вот, и опыт у меня будет. Капуста у нас возле дома все еще цветет и пахнет. Здесь тоже входная зона. Все еще радует глаз. Вот это вот вигела красивая. Ну, уже облетают листики, все облетают уже. Я уже кориоптерис подстригла. Тоже смотрю, на нем уже какие-то листочки молоденькие. Думаю, нет, не надо. А то сейчас вот, будет распускаться, еще ослабеет. Я лучше подстригу. Даже спирейки еще листья не сбросили. Что это такое? Вот такая вот у нас зима. Новый год обычно 0 градусов где-то. Бывает плюсовая температура, бывает плюс 10 даже. Что? Нам нравится эта зима. Прекрасная. Надеемся, что в этом году таких аномалий не будет. Будем надеяться. Ну ладно, дорогие друзья. Показала вам немножечко свой сад. Походили. Зелень вам показала среди зимы, у кого сейчас зима. Нам родственники из Сибири высылают фотографии. Ну, конечно, просто серо-белые краски. Красиво, конечно, красиво. Зима красиво. Ну, вот, у нас тоже здесь хорошо. Так что все приезжайте. Кто боится переехать, не бойтесь. Это несложно. Зато столько будет радостных моментов в жизни. И климат, конечно, климат здесь совершенно другой, чем в Сибири. И себя чувствуешь получше. Ну ладно, на этом я заканчиваю. Вам всего хорошего, дорогие друзья. Главное, мирного неба и здоровья. До свидания.